обращение мое в данной передаче к вопросам истории Чечни, оно не случайно. Недаром еще древние римляне говорили: «История est magistra vita», «История – это наставница жизни». В эти сложные для чеченского народа и для всей Российской Федерации годы, последние годы, которые связаны с событиями Чеченской войны, вот они заставляют нас еще и еще раз обращаться к страницам прошлого, чтобы понять, выяснить для себя, извлечь для себя какие-то уроки. Так вот, первый и самый важный урок, как мне представляется, который дала история чеченцев, очень древнего самобытного народа, это то, что только в дружбе, только в братстве с соседними народами можно выжить в этом сложном мире. Чеченцы пережили в своей истории десятки, сотни войн, нашествий, всякого рода эпидемии, всякого рода природных катаклизмов. Тем не менее, они выжили. Вот, тем не менее, они соседствовали с другими народами. Тем не менее, они смогли навести мосты с народами, людьми, говорившими на самых различных языках. И они смогли донести свою самобытную культуру, свой национальный дух, менталитет до последних дней. Кто же такие чеченцы? Кто они сегодня? Сегодня чеченцы – это один из коренных народов Российской Федерации, который насчитывает примерно 2 миллиона человек. Из них примерно 300 тысяч живет в дальнем зарубежье. Это в Турции, Иордании, Сирии и так далее. 1 700 000 живет на территории бывшего Советского Союза. Из этого 1 700 000 примерно 1,5 миллиона проживает на территории Российской Федерации. Из них большая часть Чечня, примерно 800-900 000, 90 тысяч в Дагестане, 8-10 тысяч в Калмыкии. И не менее нескольких сот тысяч, некоторые называют цифрой 500 000, живет в различных областях Российской Федерации на положении беженцев. Из стран ближнего зарубежья крупнейшая диаспора находится в Казахстане, 78 тысяч. В Грузии насчитывается до 15-20 тысяч чеченцев, так называемые кистинцы. Вот таков примерно современный демографический портрет чеченской нации. Занимают по численности населения, коренного населения чеченцев, занимают 4-е место в Российской Федерации после русских, татар и украинцев, и они являются автохтонным, на территории Северного Кавказа они являются автохтонным народом. В расовом отношении чеченцы гомогенны, то есть однообразны, и относятся к кавкасионской группе балкано-кавказского типа европеидной расы. Их отличает светлая пигментация, брахикрания, то есть круглоголовое сложение черепа, массивный скелет, рост средний и выше среднего, прямой и опущенный нос, цвет глаз варьируется от темно-карего до светло-голубого.